Прекрасный день сегодня, четверг, а приготовим мы с вами вкусную рыбку, прекрасной панировки, запеченную в духовке. Рыбный день начался. Такую ароматную вкусную рыбку мы можем приготовить с вами в духовке. Буквально за 30-35 минут. Промыв рыбку, друзья, положите, пожалуйста, на полотенце бумажное, промокните от лишней влаги. Обязательно каждый кусок, каждый стейк. Мы нарезаем грибы. Их порежу именно вот так, дольками. Не буду мельчить. Такими. Все будем запекать вместе. Налили растительное масло, распределили по форме. Выложили на дно нашей формочки грибы нарезанные. И красиво укладываем наши стейки. Поливаем лимоном каждый стейк обильно. Чуть-чуть присаливаем. Накрываем фольгой. Минут на 40 ставим в духовку. Любимая наша трава к мясу, райхон, иначе базилик синий. Приготовим вкусную заправку. К домашнему майонезу побольше лимона, перчика, чесночка сухого. Добавляю сухие травки: петрушка, базилик, укропчик. Можно добавить мяту. Все перемешаем. На нашей сервировочной тарелке мы положим ложечку нашего вкусного соуса. Рыбка наша готова. Убираем фольгу. Вот такие замечательные стейки приготовились у нас буквально за 35 минут. И кусочек мы переносим красиво на наше сервировочное блюдо. Сладкий перчик, помидор. Можно подать с этой рыбкой. Грибы наши тоже прекрасно приготовились. Посмотрите, как выглядит наша вкусная рыбка, резная в пост. Блюдо мы приготовили с вами буквально за 35 минут. До встречи на канале «Новые горизонты», дорогие мои друзья!